Писатель Евгений Кремчугов принять участие в творческой лаборатории чтения – это искусство, которое прошла в Самарской библиотеке, приехал из Чебоксар. Он начинал свою творческую деятельность как поэт и только в 33 года стал писать прозу. Сейчас у Евгения вышло две книги – роман и сборник рассказов. Творчество – это все равно всегда дело одинокое, и невозможно ориентироваться на читателя, пытаться кому-то угодить, написать что-то, там вот как будет хорошо с точки зрения читателя и так далее. Но в то же время очень важно, потому что когда ты видишь живой отклик, когда ты слышишь людей, которые прочитали твои книги, не обязательно даже, что им там все понравилось, но, по крайней мере, когда написанное тобой нашло какой-то отклик в других человеческих сердцах, вот это, конечно, очень поддерживает. В рамках творческой мастерской «Чтение – это искусство» прошли круглый стол и встречи писателей, приехавших из разных уголков России, каждый из которых лауреат литературной премии, самарским читателям. Момент диалога, он происходит во время чтения книг, это самый первоначальный диалог. А там, конечно же, очень важно услышать писателя. Но сами писатели, сами авторы зачастую говорят, что нам читатель как таковой не нужен. Мы пишем, чтобы вот высказаться в первую очередь. Конечно же, это важно для читателя, чтобы смочь дорасти и до писателя непосредственно, и чтобы смочь привнести в свою жизнь что-то, нечто иное. Очень понравилось. Очень интересный опыт, который вряд ли где-то еще можно получить. Действительно, во всех трех проектах их объединяет одна большая тема – это процесс глубокого чтения. И как раз-таки вот на протяжении всего этого времени мы учились погружаться в текст, как-то прочувствовать то, что хотел изначально автор нам сказать, и понять, какие средства он использовал для того, чтобы передать свои эмоции и переживания. Первый проект назывался «Читаем, переводим и понимаем Рильке». Второй был посвящен эпохе Тан, перевод китайской поэзии. И третий – литературные диалоги «Берега». Виктория Шаре, Полина Чулюкова, Игорь Казановский. События.